Ровно год назад наша отважная съемочная группа уже пыталась покорить Эльбрус. Внимательные зрители помнят, что из этого не получилось ничего, кроме замечательных архивных кадров, доблестно добытых на высоте 4,5 километра. Но в редакции НТВ+ решили не останавливаться на недостигнутом. Год спустя, после изнурительных и форсированных тренировок, мы вновь готовы бросить вызов стихии. Меня зовут Кирилл Кламыц, я продюсер НТВ+, и вы могли меня видеть на проекте «Три репортера». Говоря языком промоутеров, в мае 2014 года против главной вершины Европы команда НТВ+ выставляет своего проверенного бойца. В прошлом году увидел сюжет, очень заинтересовался, разузнал на сайте, что, где, когда проходит. Загорелся этой идеей, и вот в этом году уже еду как спортсмен, хочу попробовать свои силы. Немножко со своей точки зрения постараюсь показать, что это такое и как обычному человеку видится вот этот подъем на Эльбрус. Мингитау, так называют высочайшую гору Кавказа местные жители, действительно требует особой подготовки. Трудность восхождения заключается даже не в сложности маршрута, а именно в высоте. Забегая вперед, скажем, что не все участники ежегодного фестиваля Red Fox Эльбрус Race сумеют взойти на вершину. Тем более, что с каждым годом на фестиваль все чаще приезжают не только профессиональные спортсмены, но и обыкновенные люди, уставшие от суеты городов и потоков машин. И они едут в горы не ради громких побед, ведь именно в горах, как нигде, начинаешь понимать олимпийский принцип. Главное – участие, потому что самоучастие в таких соревнованиях – это уже маленькая победа над собой.